маяке купила за 249 рублей пюре японское генпэй. Такие сухие достаточно. Ну, самый крупный выбрала, такие большие ветки толстые. Посмотрим, что их, почему они такие сухие. Вроде гнутся, но гнутся как гнутся. Не так эластично, гнутся какие-то сухие. Сейчас развернуть надо, посадить куда-то в ведро. Лето и очень так, жарко. Запечатано. Если она у вас будет пересыхать и подвязать, эти листики будут опускаться, то она может не расти. Это что здесь? Такой один момент. И второй еще момент. Хризантема может не расти, если вы ее не кормите. То есть, если белая хризантема растет с этого дня, не начала так, уменьшаться, вот, то она то может ли плесень, то ли что. Потому что она переходит уже как бы, в последнюю свою стадию. Но эти бутоны могут даже не раскрываться. Вы можете увидеть такой момент. Вот даже есть у нас. Так, ну, вроде бы влажно. Вот она выбрасывает. Корни влажные. Возможно, если вовремя делать поливы. Так, ну вот. Что это? Плесень начинается? Что это начинается? Проблема с переливанием мошка. Хотя температура что так плотно, все. Прям вообще как камень. И 10 может быть такая температура. Короче, надо засадить ведро. Время. Так, я забыла рассказать. Вот у меня тут все мои растишечки стоят. Ива Акуранишики, купленная в Леруа Мерлен. Но я сегодня хочу рассказать про спирею, которую я разобрала, но не показала, как я ее замочила и посадила. Короче, я ее на ночь залила корневином в воде в ведерке. Утром, когда я встала, я, конечно, воду слила, засыпала ее вот землей. Это земля покупная, магазинная. Ну, вообще, я покупала ее для рассады. Но земля такая легкая, хорошая. Я вот ее решила сюда посадить. Ну и полила этим же корневином, этой же жидкостью. Вот, и поставила сюда в подпол. Здесь у нас температурка. Сколько у нас здесь градусов? Ну, градуса 3-4 до 5, наверное. 3-4 где-то. Вот у меня уже клематис начал прорастать. Сегодня у нас 30 марта. Все уже начали просыпаться. Розочки мои тоже начали просыпаться. Вот еще одна моя розочка просыпается. Вот я ее укутала. Надо раскрыть ее будет. Ну вот и все.